Аэропорт Занзибара. Местные авиалинии. Лежит у нее, что лучше даже. Ждем вылета на сафари. Быть в Танзании и не посетить один из ее всемирно известных национальных парков – это все равно, что быть в Париже и не увидеть Эйфелеву башню. Но если вы прилетели на Занзибар и не хотите заморачиваться и тратить несколько дней своего драгоценного отпуска на материковую часть Танзании, то посещение сафари-парка Селус будет одним из самых выгодных вариантов. По той простой причине, что прямой перелет маленьким легкомоторным самолетиком осуществляется непосредственно из аэропорта Занзибара и прямо в национальный парк. То есть очень и очень сильно экономит время. И пилот уже заходит на посадку. И, как я уже говорил, посадка осуществляется непосредственно на территории национального парка. Джипы уже стоят, нас ждут. И через 10 минут после приземления мы уже благополучно отправляемся на сафари. И буквально через пару километров после взлетно-посадочной полосы мы увидели первых зверушек – жирафов. В сравнении с другими национальными парками Танзании. Если взять как пример тот же Микуми, то перелет до Дар-эль-Салама, столицы Танзании, он будет несколько короче, минут на 15, на 20, но при этом до Микуми вам еще предстоит как минимум 3 часа добираться на автомобиле. Антилопа. Заповедник Селус – самый масштабный заповедник африканского континента. Более того, он входит в топ самых больших национальных парков во всем мире. Его площадь насчитывает почти 55 тысяч квадратных километров. Это целых 5% площади Танзании и, на минуточку задуматься, даже больше площади Швейцарии. Кого тут? Вон он. Еще один сюда.
Гнезда какие-то. А вот animal living. What is for a bat? Bat. Bat? Да. Что ж, там пеликан, что ли? Ну, птица такая, там должна жить здоровая. Правда, эти товарищи, они нифига не понимают, что за птица. Птицы, птицы. Саванну населяет огромное количество красавцев-жирафов. Даже при подлете к национальному парку из иллюминатора самолета может показаться, что Силус – это именно парк жирафов. Вон они. Во-во-во-во. О, ух ты, сколько там живности всякой. Вижу, вижу, да. Вон сидит такой. Да пошли вы. Кости так знатно обглоданы и раскиданы, и погрызаны. Иди встань рядом. Вторая по величине популяция животных в Силусе – это львы. Их здесь обитает порядка 3500. Замечательно. Ну, проснулся захотелось. На бабе я видел. Вот так вот тебе. Кошмар. Слушай, я уже боюсь. Отлично. Да,
случилось. Он был ближе. А, зебра вон она стоит. Где? Вдалеке одна. Совсем далеко. Вот. Зебра, да, вон она, далеко совсем. Это какие-то местные кусты, блин, с такими колючками, что это просто вообще, жесть. Колючки просто. Колючка с палец, блин. Реально в ухо такую загнать до мозга достанет. Как колючая проволока, блин. Да. Ладно. That's good. Good, good. Вот. Вон. Реально как моток колючей проволоки. Смотри. Ага. Вон, смотри. Что? Это для Елены Сыгины. Ага. Кили Пумба. А, это морда пумбы. А, пумба, бородавочник. Ну да, ага. Вот. Бородавочника посажали. Симба съел пумбу. Все. Вот они где. Был пумба и нету пумбы. Вот здесь, где пумба обитал, вон как раз видно следы львиные. Офигеть. И рейнджер сказал, что вчера здесь двух пумб, короче, того. Поэтому их и нету сейчас. Да, поэтому... А вон, видишь, свежие кости лежат? Вон, смотри. Вон. Вон, помнишь, маняли боку? Да. Да? Остались от козлика рожки до ножки. Да хорошо покушали их. А чё ж плохо-то? Вкусно. Вон там вон еще одна башка за кустом валяется. Угу. Ага. Ага, вот второй. А вот, да. Вон они. Очень такие львята, я тебе скажу. Ну, тут вальше. Уже вот повзрослее, чем мы до этого. Такой мощнявый. Ух ты, ё. Ну, на дюк, чек-чеки пундал, ходю. До тулендов. Классные такие. Это мы уже видели сегодня. Что-то у них сегодня это день такой. Все. Здрасте.
общем, львов здесь реально немерено. Лучше не ходить. Не ходите, дети, в Африку гулять. Что это он? Привет тебе передает. Джамбо тебе. Думает, что делать. Сожрать тебя или нет, да? Вроде и хочется, а так лениво. Жарко. Жарко на тебя будет. Прям совсем рядом. Прикольный бабуин на самой макушке дерева. Секьюрити. Ага. Охранник, смотрящий такой. Вон. Реально. Ага. По сторонам зыркает. Мне сверху видно, что ты так и знает. Точно как из мультика. Как в мультфильме. С такой же толстой жопой. И сразу отворачивается, убегает. Жопами сразу поворачивается и все. Не хотят вообще не общаться. Чьи зубки? Вот она как раз нижняя челюсть и верхняя. Ну это маленький какой-то бегемотик был. Ну, потому что даже он по ребрам по толщине, ну где-то метр в диаметре. Ага. Понятно, его фиг сейчас увидишь нормально. Где-то был второй. Вон он ходит. Ну, по крайней мере, вот он бегемот, вот его. Блин, ушки торчат, хотел сказать, уже не торчат. Так, ну он сейчас уплывет, я его не успею здесь сказать. Все, он пошел. Все, крокодил еще один уплыл. Ух ты, какой классный! В общем, крокодилов здесь много. Вообще тьма тьмущая. Ну, вон там еще крокодил ушел под воду. Смотри, смотри. Ой, класс какой! They are trapped down here. Чтобы он дернулся, давай я кину что-нибудь в него. Ух ты! Сколько их здесь много! Окей. И под конец сафари остановились в таком живописном местечке под большим раскидистым деревом. Ну, конечно, это не баобаб, но тем не менее, все равно здесь тенек и прохладно. И у нас типа ланч. Принесли суп из папайи. Ну, то, что он на самом деле из папайи, не знаю, может быть, мы друг друга не поняли, да. Нет, из папайи. Из папайи. Ну, сказали, что из папайи, да. Вот, сейчас что-то еще на тарелке, видимо, будут накладывать. Ну и вот они,
джипы, джип сопровождения, грузовичок с едой. В общем, вот наша экспедиция подходит к концу. Сейчас будет ланч, потом какое-то время будет релакс. Ну, релакс здесь будет понятно, что просто сидение под деревом, потому как речка кишит крокодилами, и туда лучше не заходить. И обратно летим на Занзибар. Ну, целый день прошел. Замечательная поездка. Вот, а говорили, змей здесь нету. Есть, стало быть. Все так. Недавно раздавленная, на солнце еще даже не засохла. Да, вон, посмотри, какая она, у нее еще даже, смотри, хребет еще такой. I think it was try to cross the way and cast effort. Понятно. Yeah.